Друзья, всех приветствую, с вами, как всегда, Михаил. Я продолжаю свой цикл передач о редких монетах СССР. И на этот раз у нас 2 копейки 1929 года. Но перед началом данного видео хотел порекомендовать вам очень интересный канал Фишка ТВ, который посвящен рыбалке. Очень много интересных видео на нем можно найти, поэтому всем советую. Ну и, конечно, дополнительная мотивация подписаться на данный канал — это то, что мы будем проводить розыгрыш украинской юбилейной монетки 5 гривен 2020 года, посвященной столетию Харьковского исторического музея. И главными условиями является подписка на канал Фишка ТВ, ссылочка будет в описании, и также комментарии под этим видео. Всем желаю удачи. Сразу оглашусь, что сама по себе данная монета является достаточно распространенной и особой ценности не представляет. Ее стоимость в каталоге оценивается в 30 гривен в состоянии экстра фай, ну примерно столько подобный экземпляр и стоит. Но давайте обратим внимание на дату. Здесь у нас последняя девятка, она значительно больше соседней двойки. Однако есть очень и очень редкая разновидность, у которой размер девятки идентичен размеру двойки. Вот давайте покажу вам изображение данной разновидности в каталоге. Фото номер 14. Также здесь присутствует сравнение с рядовой монетой, фрагмент которой мы видим на фото номер 15. Ну, разница ощутима, видимо. И я надеюсь, вы уловили суть. Стоимость такой редкой монеты составляет 75 тысяч гривен, то есть практически 3 тысячи долларов. Поэтому, друзья, будьте бдительны, возможно, вам удастся найти раритет. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока. До новых видео.